Церемония закрытия прошла в Зимнем театре. Форум «Вся Россия» сегодня считается крупнейшим в мире. В нем в этом году участвовали порядка 1200 журналистов из 20 стран. В рамках форума прошло более 140 мероприятий. Это мастер-классы, пресс-конференции, обучающие семинары и кинопоказы. Состоялось и заседание Международной федерации журналистов, в которую входят представители 187 стран. Первое, что меня поразило, это, конечно, гостеприимство сочинцев. Это просто великолепно и очень насыщенная программа фестиваля. Такого количества мастер-классов, такого количества встреч с великолепными профи в самых разных областях и направлениях журналистики сложно встретить на каком-то другом форуме. Программа достаточно разнообразная, и самое, наверное, ценное то, что она сориентирована как и на развитие, допустим, вот таких небольших районных газет, как у нас, также и для областной прессы, и для интернет-изданий. То есть каждый выбирал то, что ему ближе. Также в рамках фестиваля журналистики проходил профессиональный конкурс. Впервые за 23-летнюю историю форума на суд жюри было представлено такое количество творческих работ – более 500. Лучше отмечены дипломами от Союза журналистов страны. Добавлю, что форум «Вся Россия» – одно из значимых для курорта мероприятий. В Сочи приезжают лучшие представители профессии, а значит, о курорте благодаря публикациям в газетах и сюжетам в телеэфирах узнают еще больше в разных уголках нашей страны.